Продолжаем изучать правила. Создаем проект изделия. Казалось бы, уже связали бы давно, а ты все со своим проектом. Но не забывайте, без проекта мы даже яичницу не сделаем. Одно яйцо будет два, целое, разбитое. В какой последовательности они у вас будут находиться на сковородке? Это тоже проект. И наше третье правило. Мы подбираем цвет изделия. Мы прекрасно знаем, что цвет может с одной стороны шокировать, а с другой стороны вызывать здоровый, крепкий сон. Каждый подбирает цвет под свои потребности. Несмотря на то, что, смотрите, два изделия связаны по одному мастер-классу, по одному уроку, насколько разное от них впечатление. Но сейчас мы с вами вяжем футболку. Приступаем к вязанию. Мы, конечно, подбираем цветовую гамму нашего изделия, нашей футболки. И мы не просто подбираем некий цвет, мы смотрим, чтобы этот цвет, который мы с вами выбираем, гармонировал с нашими основными изделиями, к которому, собственно, мы будем вязать футболку. Перед нами ряд выбранной одежды, к которым будем подбирать цвет футболки. Самый оптимальный вариант – это, конечно, не прикладывать каждую бобину или моток пряжи, который у вас есть в наличии, а выбрать то, что вам симпатично, более-менее нравится в сочетании, и провязать образцы. И чем больше образцов и вариантов вы провяжете, тем вам легче будет подобрать самый оптимальный цвет, подходящий всем. Провязали образцы, нашли те сочетания, которые вам приятны, и начинаете смотреть с каждым изделием. И выбираете тот вариант, который совпадает со всеми изделиями. Нравится, не нравится. Если нравится, нашли оптимальное решение. Здесь сейчас узор вообще не имеет значения. Сейчас цветовое сочетание. Убедились, что пряжи достаточно на наш проект. И можем спокойно переходить к четвертому пункту правил создания нескучного изделия. Терпите, осталась всего одна часть до начала вязания нашего идеального изделия.